22 апреля с 12 до 13 часов состоится прямая линия с заместителем главы города-курорта Анапа Натальей Богдановой, которая курирует вопросы финансов, экономики и инвестиций. Можно будет узнать о кредитовании и мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Звонить можно по телефону 8 800 61 33 30 307.